Здравствуйте, я профессор Владимир Докучаев, Московский технический университет связи и информатики. Информационные и коммуникационные технологии стали неотъемлемой составляющей нашей жизни. Организуемый Международным союзом электросвязи симпозиум по развитию человеческого капитала в области ИКТ станет прекрасной площадкой для академических и университетских кругов, для обмена мнениями, проведения дискуссий. Он также даст прекрасные возможности молодым специалистам высказать свое видение, перспективы развития ИКТ, их влияние на экономику, промышленность, социальные отношения. Приглашаю всех на симпозиум в Найроби, столицу Кении, 6-8 сентября 2016 года. Join us in Nairobi, 6-8 September 2016.